Приветствую! Вы на канале Realistic PS, и сегодня мы поговорим о вчерашних сливах, связанных с обновленной мастер-лигой. Счастливые обладатели таких вот дисков с игрой поделились всей подноготной мастер-лиги. Касс-сцены, главное меню и многое другое мы разберем в этом видео. Вчера, а именно 29 числа, в сети стали активно гулять фото с продающимися физическими копиями 20-й части игры. Также один из пользователей Твиттера поделился самим диском, на котором представлено изображение актуального меча. И вот уже ближе к ночи стали появляться интересные скриншоты со стримов. Нам засветили обновленное меню режима. Как и обещали разработчики, оно очень даже изменилось. Чем-то напоминает ранние концепты из 16-й части, но по сравнению с 19-й, это определенно прогресс. Интерактивные новости остались прежними. Расписание матчей и положение команд в турнирной таблице успели поменяться местами, а из нового у команды появились подписчики, а также спонсоры. Стоит также отметить, что цвет меню будет зависеть от основных цветов выбранной вами команды. И что можно сказать в целом по увиденному? Это определенный успех, повторюсь. По сравнению с прошлой частью, это действительно шаг вперед. Меню стало выглядеть не менее просто, чем в 19-й части. Но что-то такое в ней все-таки есть. Кат-сцены. Обещанные нам во всевозможных материалах, кат-сцены в мастер-лиге тоже слили в сеть. В представленном двухминутном ролике нам демонстрируют, как новый главный тренер в лице Йохана Кройфа вместе с руководством прогуливается по базе, попутно встречая футболистов и ведя с ними непринужденный разговор. Во второй половине ролика видно, как проходит собрание тренера с представителями тренерского штаба, где обсуждаются цели на сезон и прочее, с возможными вариантами ответа, естественно. Выглядит это довольно неплохо и чем-то смахивает на отдельные сюжетные вставки из режима истории про Алекса Хантера, но лишь отдаленно. Помимо кат-сцены главного меню режима, нам слили представленных менеджеров, которых можно будет выбрать перед началом игры. Окончательный список оказался намного больше, чем разработчики заявляли ранее. Здесь присутствуют ранее упомянутые Кройф, Марадона, Зико и Ромарио. Помимо них, в этой компании оказались экс-игроки сборной Бразилии Бебето и Роберто Карлос, а также, что довольно-таки внезапно, Рут Гуллит и Лотер Матеус. Дальше идут фейковые менеджеры разной внешности и национальности. И в итоге мы имеем при себе 18 различных менеджеров на выбор. Останется ли возможность создать собственного тренера, неизвестно. Вот так почти за неделю до выхода игры игроки слили в сеть информацию по обновленной мастер-лиге. Четкое мнение по увиденному составить тяжело, по крайней мере, мне уж точно. Тут как раз таки надо попробовать самолично, а не оценивать со стороны. Но повторюсь, по сравнению с тем, что нам выкатили в 19-й части, это просто небо и земля. А что думаете вы насчет увиденного? Пишите в комментариях. Также не забудьте поставить лайк под этим роликом и подписаться на канал. А чтобы всегда быть в курсе о новых роликах, обязательно нажмите на колокольчик. Я с вами прощаюсь, всем удачи и до скорой встречи.